день для начала нужно помыть тщательно грудки куриные, что мы делаем. Порезать на кусочки, как на шашлыках. Маринуем. Наливаем чайную ложку уксуса. Посолили. Поперчили. Все делаем на глаз. И перемешали. И добавляем лук, нарезанный колечками. И все это перемешиваем. И ставим в холодильник на несколько часов. Прошло несколько часов, мы достали с холодильника филе куриное, которое замариновалось в уксусе и в луке. И теперь делаем вот так вот мини-шампура, как говорится. Лучок. И нанизываем на простонародье зубочистки. И вниз мы подлаживаем противень для того, чтобы, когда жир будет капать, капал на противень. Уже капает. А вот такие вот шашлыки. Да, я уже один пробовал. Как видите, мясо уменьшилось, и теперь оно висит на зубочистках. Некоторые так большое и осталось.